что, любители сторис, всем привет! Сегодня у нас будет очень интересный день. У нас, я имею в виду пилотов РДС, потому что сегодня у нас собрание именно для пилотов внутреннее. Подведем итоги 2017 года и самое главное поговорим о 2018 и что-то узнаем. Так что если не будет какой-то конфиденциальной информации, я думаю, что и вы тоже скоро все узнаете. Короче, я мчу, чуть-чуть опаздываю, на самом деле нет, я успею. Давайте, включусь, может, оттуда. В общем, приезжаю я к центру, где у нас будет собрание, иду мимо такого, значит, замечательного гейского смартика, из него вылезает. Держит. Та-да! Руку мою держит. Здорово, Федос. Здорово. У нас, значит, самые ответственные. Самые ответственные. 10 утра, между прочим. Алиш, не, скажи, пожалуйста. Скоро вступает тот самый запрет на съемку. На, да. Алиш, скажи, пожалуйста, а почему наши фотографии какие-то не похожи мы? Гарик вот на себя не похож.